Хорошо бы поболтать с Фиском. Спросить, что он об этом знает. Только мне кажется, что он не самый доступный человек в мире. Все равно бестолку, если я не попаду внутрь. Стоп. Я, кажется, понял. С такой охраной, как там, я по пресс-карте не пройду. Если только меня не будут ждать. Но фотографу нужен репортер. Спорим, я знаю, кто туда уже собирается. Уитни! Спасибо, что пригласила. Эй, я понимаю. Колледж стоит денег. Хочешь срубить деньжат, снимая старых богатых уродов? Валяй, только ко мне лучше не подходи. Дай угадаю, ты хочешь задать пару острых вопросов о спецгруппе? И это тоже. Минут через 10 меня отсюда выкинут. Эй, Гарри! Пит! Я знаю, мы почти не виделись с тех пор, как были детьми. Но... по-моему, это место не для тебя. Светская хроника. Я внештатный фотограф Бьюгла. Улыбку. Класс. Так, спасибо. Фиск очень серьезно подставляется. Как ты думаешь, зачем? Он вырос в бедном квартале. Криминал, банды. Думаю, так он контролирует ситуацию. Дает отпор людям, которые мучили его в детстве. Но я его знаю. Он уже наверняка придумал, как на этом нажиться. Уитни говорит, что копы в группе тоже продажные. Мое дело техника. Людей выбрал Фиск. Шеф полиции всех проверил. Шефу надо остановить волну преступности. Он не будет спорить с тем, кто готов ему помочь. Ну, тут ясно одно. Спецгруппа дает результат. Никто не полезет, пока все хорошо. У меня вопрос. Это Фиск? О нем ходят нехорошие слухи. Из всех богачей только он захотел со мной работать. У меня куча проблем. У меня нет времени разбираться с нападениями на Скорб. Ну и нашему имиджу это не помешает. Послушай меня. Слухи не врут. У Фиска есть кое-какие темные делишки. Но ты попробуй доказать. Джентльмены, прошу. Ой, простите. Ничего. Мне все равно пора. Меня ждут важные дела. И меня. Есть в нем что-то подозрительное. Прослежу за ним. Как можно устоять? Пора надеть рабочий костюм. Звонка нет. Придется включить воображение. Thank you.
прошу, что вам нужно? От тебя? Ничего. Нужна только ваша форма официантов. Хотим подать Фиску особое блюдо. Что вы с нами сделаете? Посмотрим по вашему поведению. Спасибо. Было так страшно. Могло быть и хуже. Например, будь я человеком-слизняком. Спасибо, что... Смачно. Еще раз. Сезам, откройся. Так, не вышло. Перехожу к плану Б. Сегодня мне везет. Паук, со мной ты обломаешься. Точнее, это сесть моим. Ты прав. Только языком. Я что-то... А давай не будем драться. Ладно, так и быть. Давай подеремся. Да, я задал жару. Эй, негодяй в отключке. Я задал жару, как считаешь? Что ж, я спас Фиска от русских. Теперь узнаю, не нужно ли спасти кого-нибудь от него. Возвращаюсь в обществе. Узнаю, что говорят сливки о том о сём. Проблема в том, что у преступников куча. Thank you.
Я знаю, это звучит банально, но... кажется, я вас где-то видел. Мы знакомы? Судя по вашему костюмчику с распродажи, мы вряд ли люди одного круга. О, ясно. Вы с детства едите золото и серебра, да? Нет-нет, вкус к серебру пришел позже. Ну, я работаю на Daily Bugle. Вы можете рассказать нам о Фиске? Он вертится возле пожилых богатых мужчин, а вы их отпугиваете, так что придется попрощаться. Найдите меня, когда съедете от любимой мамочки. Я не живу с мамой. Я живу с тетей. Ну, было очень приятно. Меня зовут Питер, если запомните. Ну, что? Да, человек умеет эффектно войти. Прямо солнце затмил. Пора поговорить с большим дядей лично. Эй, отвали! Должен ли я сказать Уитни, что у него нет комментариев по поводу связанных русских бандитов внизу? Ничего. Мне нравится смелость этого юноши. Никому не рассказывайте. Это сыграет на руку бандитам. Они хотят, чтобы люди боялись поддерживать мою борьбу с криминалом. Но если никто не узнает, им все сойдет с рук. И они снова... Уверяю вас, с рук им это не сойдет. В каком именно смысле? Спецгруппа до них доберется. Мы уже довольно давно собираем данные на эту организацию. Пока их никто не остановил. Ни полиция, ни Человек-паук. Не произносите это имя! Человек-паук. Он считает себя героем. Но это он допустил разгул преступности. Руки полиции всегда связаны с законом, а паучьи лапы нет. Если он до сих пор не остановил их, то он либо некомпетентен, либо ему просто плевать. В чем ваш конфликт с пауком? Ведь цели у вас скорее одинаковые. Раз Человек-паук действует вне закона, он мог бы достигать результатов более эффективно. Однако же ему достаточно ловить карманников. Он дилетант, спортсмен. Ни на что не годен. Хотя дети его любят. Я недавно запатентовал права на его образ. Вы что? А что насчет Карнаж-киллера? Спецгруппа ищет его? Наша цель – арестовать всех, кто нарушает закон. Одного человека всегда найти труднее, чем целую группу бандитов. Уверен, то, что он убивает тех, кто вам не по душе, совсем не играет роли. Конечно, я не одобряю убийство. Скорблю ли я по его жертвам? Нет, нисколько. Собираете данные, да? Нашли что-нибудь интересное? Русские весьма умны. Работают в ячейках. Каждая почти ничего не знает о других. Когда одну группу берут, это редко ведет к новым арестам. Но ведь кто-то ими командует? Да, у них есть оперативный центр. Очень немногие знают, где он. Найти его очень непросто. Эта война последняя для всех гангстеров.
Чем больше они наглеют, тем труднее им прятаться. Стоп, вы хотите сказать, что русские сейчас ввозят оружие в город? Не говорите за меня, юноша. Я просто спонсор. Бороться с бандитами я доверил профессионалам. Простите, мне надо собирать средства. Да, а мне надо тоже кое-чем заняться. На карте, которую я нашел, видна бурная деятельность русской мафии вокруг транспортной компании. Прикрытие для ввоза оружия в город. Акция дня. Закажете грузовик оружия, получите Человека-паука бесплатно. Быстро, пока эти дебилы нас не увидели. Тихо! Мы подожгли машину недалеко отсюда. Они отвлеклись. Таких тяжестей не таскал. Я тоже. Вот поэтому мы столько и протянули. Даже не все наши бойцы знают про это место. Да, да. Тут, небось, все крутые. Ценный урок. Бить злодеев по лицу весело! Бывают же удачные дни. Танцуем! Танцуем!
давай не будем драться. Ладно, так и быть. Давай подеремся. Вялый и тупой. Настоящей войне. Нельзя, чтобы она оказалась на улице. Эх, не захватил зефирки. Не уйти. Говорят, злодеи не считают себя злодеями. Это правда? Ну, должны же бы понимать. Будущее в этой профессии. Если это оружие попадет на улицу, случится катастрофа. Надо исключить эту возможность. Вопрос романтики огня снят. Полиция сообщала о 4 контейнерах, украденных из Аскорб. Значит, я уничтожил половину. Плевать, крупный он или нет. Я видел, что он сделал с Василием. От него надо держаться подальше. Я его видел! Карнаж! Если с ним срочно не разговаривай. Спокойно, Каир. Я слышал, прогресс есть. Скажу... И пустышка в мишуре! Лицо уничтожит оружие. Но я не могу допустить, чтобы кто-то добрался до него раньше. Я сказал, он там, где мы его оставили. Твои люди истерят, как дети малые. Я тебе верю. Ты мне просто покажи, чтобы я им сказал, что сам видел. Ты лучше его на телефон сними. Сам им все покажешь. Мы его крепко избили. Ха-ха-ха. Точно говорю. Вырезает нас, как овец. Давид поклялся, что он еще у них. Может, это спецгруппа? Закрой рот, пока я тебе не врезал. Пойдем, проверимся. Давай, Гений, веди меня к нему. Если хочешь, чтобы я тебя отпустил, просто подними руку, нет? Ну, ладно. Наверное, теперь жалеешь о выборе профессии, да? Похоже, ты мама внушила, что ты можешь стать кем угодно. Так вот, она ошиблась. И разумеется, Дейли Бьюгл никогда не снимает таких побед.
Умоляю, я говорю, я не тот, кто вы думаете, я рекламный агент. Почему сюда кто-то вломил все, чтобы спасти тебя? Я не знаю, о чем вы говорите. Я начинаю понимать. Слабак вроде тебя не убил бы наших в одиночку. С кем ты работаешь? Говори! Ни с кем. Умоляю, Он точно не киллер. Говорят, злодеи не считают себя злодеями. Это правда? Должны же вы понимать. Ты пустышка в мишуре! Я тебе кровь пущу! Человек-паук! Я знал, он работает с киллером! Прекрасно отстирывается даже холодным. Сегодня ты умрешь. Никаких. Ну вот. Не будь ты в отключке, тебе бы понравилось. Не хочешь залезть на стену? Специально так медленно шевелишься. Это что-то из репертуара мимов? Работая я с киллером, вы были бы уже мертвы. Радуйтесь, что это не так. Эти ребята думают, что ты убил кучу их друзей. Это не так. Я шел к машине и увидел, как кто-то нападает на этого русского. Он убийца, а не я. Как ты здесь оказался? Я крикнул. Киллер сбежал. Я пошел помочь жертве. Тут пришли его друзья. У меня руки в крови. Они не поверили, что это не я. Человек, которого ты называешь киллером, какой он был? Белый, рыжий, тощий. Глаза лютые. Силище, как у психа. Но не такого, как те, с кем я работаю. Судя по правам, ты живешь в Джерси. Если докажешь, что не был в городе, когда киллер убивал, все будет хорошо. Без проблем. На той неделе я был на встрече в Сан-Диего. Это скорая, я ее вызвал. Все будет в порядке.